уже принудительно рабы пошли. Вот. Просто изначально, конечно, самые первые переселенцы в 1419 году открывается остров Мадейра, и уже в 1420 году появляются здесь первые переселенцы, первые семьи португальские. Изначально это были семьи капитанов, которые открыли остров Мадейра. Ну и, скажем, известный факт, ну, вообще, почему остров называется Мадейра. Мадейра называется потому, что когда был открыт остров Мадейра, здесь были густые непроходимые леса, преимущественно лаурисильва. Поэтому и название дано. Мадейра – это дерево переводится. Ну, если уж совсем дословно, то по-португальски, то сегодня древесина правильнее будет назвать. Дерево – это арвара у них называется. А этих не было здесь, аборигенов? Не было. Вообще необитаемый остров полностью был. Так как португальцев на начало 15 века, ну, абсолютно не интересовала древесина, а интересовали земли для того, чтобы начать освоение, заниматься сельским хозяйством, был выбран самый простой и примитивный способ очистки территории – это поджог. И был устроен пожар, и остров Мадейра горел в течение 7-9 лет. Поэтому, по большому счету, всю природу, которую мы с вами наблюдаем, это уже вновь возродившиеся. Португальцы только потом опомнились, конечно, что они натворили, когда сожгли все. И благо, место расположения острова Мадейра настолько...